Всем привет! Сегодня у меня на обзоре одна посылка. Сейчас я ее раскрою. Как всегда, видео у меня затянулось. Должно было выйти с этой посылкой раньше. Ну, в первый день зимы выйдет. Так, в одной посылке мне оказалось две посылки. Я уже говорила, что где-то стали на таможне или на китайской почте объединять несколько посылок в одну, если они доходят. В общем, в первой посылке я заказала вот такие вот силиконовые ленты на липкой основе. Самоклеящиеся. Заказала серебро, золото и черные. Они должны изгибаться по той форме, которую вы им зададите сами. Ленточки имеют несколько размеров, от толстой к тонкой. Почему-то вот расположение разное у меня попалось. Черные горизонтально, серебро и золото вертикально расположены. Так. И вторая посылка, я заказала новогодние новинки от Shop Ends, номер 11 пластина. Очень классные пластинки. Здесь также большие рисунки на длинные ногти и также одиночные рисунки подойдут на любой ноготь. И заказала две новинки у Big Bang'ов, также новогодние, 93 и 94 пластины. Заказывала я не в официальном магазине Beauty Big Bang на Алиэкспрессе, а Beauty Big Bang Store, по-моему, так называется. Вот здесь рисунки подойдут больше на короткие ногти. Также есть одиночные и вот ленточками рисунки. Заказывала я эту посылку с купоном. Повторюсь, что я ее брала в мобильных бонусах. Один купон от 3, 1 доллар от 3 за заказ. Так. И на 94-й пластине рисунки большие, даже чуть больше типсы, подойдут на длинные ногти идеально. На маленькие нужно как-то объединять, чем-то комбинировать. И приступим сразу к тестированию, не тянуть резину. Так, буду я тестировать своим штампом синим любимым и также красками Bon Pretty, Nicole Diary и Beauty Big Bang. На все материалы я внизу оставляю ссылки всегда, проходите, смотрите. На штампик синий я беру его, у меня еще лежит один в запасе, потому что эта подушечка уже помутнела, но я все равно им пользуюсь. Брала я в магазине Fashion Queen Accessory. У него всегда в мобильных бонусах есть также купон 1 доллар от 3. Так что мониторьте этот магазин в мобильных бонусах. У него очень часто купоны. И я там также брала втирки «Майский жук». Офигенные втирки, втираются на раз-два. Так что рекомендую этот магазин. С ним у меня еще проблем не было. Всегда все доходило. И заказывала я для купона всегда два товара. Вот, допустим, втирку, еще что-то довес купону. И эти два товара шли с отслеживанием. Всегда все доходило.
По поводу данных лент скажу только одно. Они подойдут больше для прямых линий. Если им давать чуть натяжку посильнее, они сразу рвутся и не сгибаются. Точнее, при изгибе они рвутся. Если им не давать натяжку, то они ложатся горбами. Образуются изломы, которых не должно быть. Так что за 37 рублей ленточки, ну вот, чисто вот линию сделать красивую. Не более того. Золото еще как-то более-менее можно, если не очень сильно тянуть, вообще не давать натяжку. Опять же говорю, оно ляжет волной. Еще можно как-то попробовать изогнуть, чтобы оно не лопнуло. А вот черное и серебро сразу же рвутся. Так что для линий будет самое то для дизайнов, которые требуют... Ну, вот, все помнят эти пластины, дизайны, когда, допустим, цветок разрезался пополам и проводилась там, допустим, черная линия, золотая линия. Вот для таких вот дизайнов данные ленты будут идеально смотреться, чтобы не мучиться там рисовать от руки какую-то линию. Оторвали, приклеили, перекрыли, и все, дизайн готов быстренько. Вот смотрите, я только черную прилепила, только хотела от пальца отлепить, а она тут же порвалась. Ну, в общем, 37 рублей, чего вы хотите, так сказать. Все хотела в магазине попробовать купить, а потом как-то подумала... Да, в принципе, я таким не пользуюсь особо. Возьму на Алиэкспрессе, посмотрю. Может, там действительно есть стоящие. Ну, в общем, для ровных линий мне хватит и этого. Так что смотрите, делайте выводы, покупать такой товар или нет. На этом моя распаковка и тестирование заканчиваются. С данными пластинами я успела сделать себе маникюр. Сделала я дизайн с хлопьями юбки прозрачными и сверху сделала стемпинг шишки с веточками. Так что оставляю все ссылки внизу в описании и прощаюсь до нового видео. Пока-пока!